Удостоверение, нагрудный знак и диплом академика главе города вручил префект Юго-Восточного административного округа Москвы Владимир Зотов, который одновременно является президентом Российской муниципальной академии. Она объединяет в своих рядах более 2500 ученых и практиков, занимающихся становлением и развитием органов местного самоуправления в стране. Пахомов Антон Николаевич избран действительным членом, академиком Российской муниципальной академии. О чем я вручаю вам вот этот диплом. Российская муниципальная академия образована 15 лет назад по инициативе губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Она имеет свои представительства в 72 регионах страны. Ученые занимаются разработкой учебных программ по подготовке муниципальных служащих. Мы хотим, чтобы вы, Антон Николаевич, имея огромнейший опыт в вопросах местного самоуправления, в вопросах муниципального управления, были бы действительным членом и помогали бы становлению и развитию местного самоуправления. Главе города также вручили вазу с изображением герба Москвы и всех ее префектур и поздравили с победой на прошедших выборах, после чего сочинский градоначальник показал гостям центр города и рассказал о перспективах развития курорта как международного туристического центра. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.